Хифуми Ута, чемпион и чемпионка мира, и вы снова здесь. Как вы себя чувствуете? Конечно, я очень счастлива. Сегодня я смогла выиграть вместе с моим братом. Так что это больше, чем просто счастье. Чем это чувство отличается от того, что было в Ташкенте? Мы понимаем, как трудно побеждать вместе. Поэтому этот раз намного счастливее, чем в Ташкенте. Сегодня было много соперниц, которые выходили одна за другой против тебя. Бушар, Красники. Но ты показала, что нет никого, кто мог бы приблизиться к тебе. Как удается сохранять свое невероятное превосходство? У меня был сильный настрой на победу. Каждый день, когда я тренируюсь, я думаю о моих соперницах. Так что я думаю, в этом причина моего успеха. Смотрел ли ты финал своей сестры, и что ты думаешь об этом? Я очень счастлив видеть, как моя сестра побеждает. Я привык смотреть, как она выходит на татами до того, как я выйду бороться. Так что, когда она выигрывает, я чувствую, что я тоже могу выиграть свои поединки. Каково тебе было сидеть вместе для призеров чемпионата в 10 метрах от того места, где боролся твой брат? И расскажи мне о том, что ты думала, когда шла борьба с Мараямой. Я просто надеялась, что он победит. Итак, как семья Абе собирается отпраздновать еще один исторический момент? Я думаю, что устроим хорошую вечеринку. Но все же главная цель – это выиграть Олимпийские игры в Париже. Так что мы должны подготовиться к этому. Что вы думаете о талисманах? Мы знаем, что тебе нравятся динозавры, но что ты думаешь об этих сувенирах? Я думаю, что я возьму этот сувенир к себе домой в Японию. Большое спасибо.